Привет всем зрителям! Вы находитесь на игровом канале Stitch, и мы с вами проходим Shenmue. Если кто смотрел прошлую серию, то те знают, что с вами закончили в 4:30 вечера. Я не стал оттягивать время, чтобы задерживать вас и себя. А начал со следующего дня. Вы видели сон, где загадочная девушка сидит у края скалы и смотрит на луну. Собственно, Рио снятся эти сны сейчас постоянно. Практически каждый день он видит, каждую ночь, если быть точнее, он видит эти сны. Но наша с вами основная цель — это поехать в гавань и встретиться с Гора, который нам с вами обещал работу 12 часов у склада номер 1. В принципе, мы сами туда и отправляемся. У нас с вами начинаются повседневные будни, где мы с вами будем работать. Но, чтобы начать работать, нужно в первую очередь эту работу найти. Чтобы найти эту работу, нужно устроиться на нее. Как это сделать, пока что я сомневаюсь, что Гора нам с вами сможет чем-то помочь. Но, как говорится, чем черт не шутит, вполне возможно, что мы с вами получим все-таки эту работу. Встретиться нужно в 12 часов, поэтому времени еще предостаточно. 3 часа. Торопиться не будем, потому что смысла нету рано приезжать туда. Будем потихонечку сами продвигаться вперед. Даже можно навестить котенка. Привет, Рио. Привет, Нингуми. Что? Вон там, вверху. Так как лампа зажила. Я думаю, что она сама не спустится. Не волнуйся, кошки любят высоту. Правда? Ух! Ух ты! Ее папа в порядке, все в норме, Мегуми. Хорошо. Пока. Пока. Назоми. Рио. Это лекарство? Мегуми беспокоился. Точно. Назоми! Ее лапа в порядке. Это хорошо. Надеюсь, что нам это не нужно. Вернемся в магазин. А нам с вами показали очередной ролик с котенком. Вообще, в Shenmue почему-то тема кошек, да, она особо развита. А именно тема с котенком как-то уж очень много внимания этому уделено. Но и непростые, кстати, отношения самого Рио с Назоми. Я думаю, вы обратили на это внимание. На самом деле они нравятся друг другу, но как-то, мне кажется, этого не показывают. Не знаю, конечно, сколько мы с вами будем добираться на автобусе до гавани, но я думаю, это как минимум минут 40, поэтому мы немножечко, конечно, по времени, но с вами еще есть какой-то запас, но надо все равно торопиться. Можно по традиции попробовать вытянуть какого-нибудь человечка. Кстати, эй, мистер, поиграйте со мной другой раз. Здесь два автомата, один это Virtual Fighter и другой это Sonic. Игрушки 100 йен каждая, да? Знаете, мне как-то вот Sonic, он мне как-то больше по душе, потому что я в Sonic, это в принципе, помимо того, что я играл в Sonic на Dreamcast, я еще в него играл на Sega, практически все серии там. Вернее, все части прошел, а вот Virtual Fighter я как-то не так много играл, это только в Dreamcast его видел.
Да, это все тот же. Это СПО, да. Может взять другую? Давай попробуем, почему бы и нет. Вполне возможно, нам кто-то с вами новенький попадется. Так, ну и кто, ну? Это все тоже. Да, это все тоже. Хвост. Может взять другую? Давай попробуем. Третий раз. Мы с вами три раза подряд ничего не брали. Посмотрим, как на этот раз нам с вами повернется удача. Времени, в принципе, еще в запас. Торопиться некуда. Так, это что-то новенькое. Оу, фак. Это какой-то желтый шарик. Супер мяч. Больше, знаете, напоминает какой-то киндер-сюрприз. Нет, передумал. Спасибо. Больше напоминает чем-то киндер-сюрприз. Только не раскрытый, а знаете, сам вот этот. Кстати, кто знал, что в киндер-сюрпризе под шоколадом, да, под самим, под этим лицом, желтая вот эта вот оболочка, упаковка, напоминает, является желтком. Я, если честно, этого никогда не знал. Для меня это было очень новость. Я не то, что не знал, я никогда об этом просто не задумывался, что сама желтая упаковка — это желток. В принципе, логично. Я надеюсь, для вас это тоже стало неожиданностью, так же, как и для меня. Так, у нас с вами 10 часов. В принципе, тут добудьте, все мы с вами сделали, никаких дел здесь не осталось, нам с вами нужно отправиться в гавань. Третий диск Shenmue — это чисто посвящен гавани. И ничему другому. Кстати, мне кажется, по продолжительности он самый длинный, потому что здесь будет очень много игровых моментов, да, и вообще сюжет полностью раскроется именно на этом диске. Логично, не правда ли? Простите, у меня нет на тебя времени. Извини. Кстати, не напоминает он даже японочку. Какая-то европейка. Хм. Так, автобус поехал в ту сторону. Мне всегда нравилось, знаете, в играх того времени эта прорисовка всегда, она была, знаете, вот перед твоим лицом. Вот ты ждал, что машина выйдет где-то там вдалеке, а она выезжала перед тобой вот буквально перед твоим носом. Да, но в то время прорисовка, конечно, была не такая большая. Вот видите, мотоциклист появился и исчез. Ладненько, ждем с вами автобус. Достаточно долго приходится тут стоять на остановке. И времени на это тратится очень много. Даже по меркам самой игры. Но это расписание, оно, если честно, ничего мне не говорит. 15:45. Не знаю. Так, а вон и автобус. Автобус нас с вами довез достаточно быстро, время всего лишь 11 часов.
Мы сами направляемся к складу номер один, где нам сами Гора пообещал работу. Но на Гора, конечно, не приходится рассчитывать, потому что Гора, в принципе, это наш сами противник, как таковой. Вот на таких вот карах мы сами будем работать. Ну, не знаю, для того времени такие нововведения в играх — это было что-то просто пастословное такое, знаете, фантастическое. Просто в эту игру, знаете, напихали всего, просто уйма всего, но реализовать все, отполировать, да, так скажем, не получилось идеально. То есть можно было какие-то фишки как-то улучшить, там еще что-то сделать. Хотя для меня Shenmue считается идеальной игрой на самом деле. Так, осторожнее. В принципе, тебя тут машину не задавят, потому что все эти грузовые кары, они тормозят перед тобой. Но в рабочее время, да, они работают. Так, ну что, попробуем зайти на склад номер один. Эй, ты! Эта область не для всех! Эй, не входи сюда! Так, а если мы попробуем сами с другой стороны обойти? Так, не обязательно же... Так, нет, полицейские, в принципе, стоят. Здесь входа тоже нету. Так, ну тут, в принципе, 12, да, склад. Сюда смысла нет заходить. Ну, как вариант, попробовать можно. Здесь просто какие-то товары лежат. Ничего такого необычного. Handle with care. Да, ну, тут ничего такого нету. Для чего вообще этот склад нужен? Почему нам дают сами возможность по нему походить? Вот это вот тоже интересно. Так, а тут что? Выход? Ха. Выход, но выйти нельзя. Так, это что такое? Давай-ка поговорим. Что нужно? У меня нет времени. Там... Извини, спросишь потом. Окей. Для такого-то симпатичного парня, я надеюсь, ты бы могла бы выделить пару минуток. Полностью вся вдалась в работу. Даже не спроси. Что тебе нужно? У меня нет времени. Так, без 15. Даже здесь, кстати, кошки есть, да? Кошаки бродят. Склад номер один. Давай посмотрим. Гора сказал, что я найду в работу на складе номер один около двери. Около двери. Так, мы ждем, мы ждем. Давайте пока козяву купим, потому что времени еще 10 минут на сами есть. Йен. А вот эту среднюю. Хотя, в принципе, вот эти вот три первых, они одинаковые. Я не вижу разницы абсолютно никакой между ними. Так. Двенадцать часов. Что за сирена? Это типа обед? Хорошо. Да, похоже, это обед. 12 часов это обед. Ну и вот, видимо, нас сами тут в обед-то решили позвать. Давай попробуем. Может быть, даже охранников сейчас не будет. Да нет, охранник есть. Йо, брат! У меня есть работенка. Правда? Спасибо.
Но ты знаешь, мне нужно ради тебя пройти через многое. Что ты сказал? У меня есть работенка. Закрой пасть, женщина. Привет, Май. Салют, Рио. Эй, вы знаете друг друга? Айрхед просил меня разыскать тебя. Я всегда приношу ланч в комнату отдыха. И я спросила о тебе у мастера. Бей ее, пока глаза открыты. Мистер Форман. Черт! Так куда мне идти? Встретимся в торговом офисе Альфа в 2. Просто попроси встречи у Яда-сан. 2 часа, Яда-сан, торговый офис Альфа. Спасибо тебе. Пока! Так, западни никакой не было, нам с вами предложили встретиться с Яда-саном в 2 часа дня. Торгового офиса Альфа Трейдинг в 2 часа. Вот представляешь, 1.5 часа нам нужно с вами чем-то занять себя. То есть наша подружка как-то позаботилась. Да и город смотри, да? Я если честно думал, будет какая-то западня. Может быть просто эта девушка была не вовремя. Этот склад, кстати, находится вот здесь. Его найти достаточно просто, но если ты это, конечно, знаешь. Так, тут никаких обозначений нету, может быть. Здесь что написано? Альфа-обменник. 2 часа. Логично предположить, что нам нужно с вами чем-то заняться эти 1.5 часа, которые нам с вами придется ждать. Скажите, бред, блядь, почему сделано так? Я не знаю, почему сделано так. Почему вообще во время разработки этой игры вот так вот разработчики решили нам с вами 1.5 часика накинуть свободного времени. Чем тут заняться в гавани, я, если честно, не знаю. Давайте сходим к Тому хотя бы в это время. С ним пообщаемся. Том. Эй, Рио! Знаете место Альфа Трейдинг Офис? Это там, иди по линии воды. Спасибо. Иди по линии воды, ну да, тут этим все сказано. Да, вот такой порт, смотрите. Такая вот вода 99-го года. Такие вот корабли с чайками. Графика, кстати, неимоверно крутая для того времени. Я отвечаю, если бы вы играли бы в нее в 99-2000 году, у вас бы просто бы челюсть бы отвисла, вы бы смотрели бы и не могли бы понять, что происходит. На самом деле это очень круто. Так. Попробуем зайти. Прости. Что ты хочешь? Ты Яда-сан? Да, это я. Май-сан упоминал обо мне за ланчем. Да, Май из ларька. Да, это она. Ты можешь начать сейчас? Да. Ты водил автопогрузчик? Нет, сэр. Ну да. Если ты не сломаешь, вычту из зарплаты. Зайди на секунду. Окей, босс. Окей, Марк, начинай отсюда. Ясно. Марк, покажи ему, как надо водить автопогрузчик. Окей, босс. Привет, я Рио Хазуки. Эй, ты, я Марк, я думал, что мы сработаемся.
Водить автопогрузчик очень просто, ты все быстро поймешь. А как? Все наверх. Отлично! Спасибо. Ты умеешь пользоваться автопогрузчиком? Я так думаю. Что же до оплаты, один сундук сперва 300 йен. И так вот она каждый день, работай как следует. Да, сэр. Если у тебя получится, то я подниму твою зарплату. Я понял. Удачи тебе. Большое спасибо. Рио! Марк. Приходи лучше завтра в 9 часов. Да, конечно. Что же у нас произошло? До работы, правда? Ну да. Ты увидишь, когда все откроется, не опоздай. Окей. Ну, собственно, мы с вами получили работу, только не пойми как. Нужно набрать так информацию о ангелах, пока я работаю в доках. Ангелы, что это за так банда такая? Начни работать на подъемниках. Марк поможет, покажет мне все. Хорошая работа, начинаю в 9 утра. Так, перерыв до 5 часов, зарплата 300 за ящик йен. Подними и получишь раквоту. Да и смысла я пока не вижу. Уходить куда-нибудь в другое место. Я имею в виду в Дабуиту. Мы все-таки сами пока проспрашиваем про ангелов, может быть. Я ухожу, Марк. Эй, хорошо сделано, увидимся завтра. Да. Если честно, так и не понял, как на самом деле работать. Вернее, я знаю, как им работать, но я не понял, что от меня пытался добиться Марк в этом обучении. Мне кажется, я и в прошлые разы, когда впервые проходил, я так и не смог разобраться. Я хочу спросить тебя. Вы знаете группировку «Безумные ангелы»? О, нет. Они очень опасны, парень. Не связывайся с ними. Ты знаешь еще кого-нибудь? Они ездят на мотоциклах и нападают. Они напали и побили много бездомных в гавани. Это злодеи? Сумасшедшие. Правда. Бездомных. Может быть, нам с вами подойти так к бездомному, которому мы сами помогли и дали ему кофе. Если он сидит здесь, то вполне возможно, что он нам сами сможет чем-то помочь. Так, а его здесь нету. Ну, видимо, времени еще не просто не так много, поэтому его здесь и нету. Он, скорее всего, появляется после определенного времени, допустим, после 6 или после 7. А пока он, наверное, где-нибудь находится в той стороне. В той, я имею в виду, вот здесь слева, где мы его сами впервые встретили. Может быть, я, конечно, и не прав. Но рыбаков тут, кстати, очень много. Только непонятно, каких тут пискарей, правда, ловят. Вот такой большой корабль, которым нам, кстати, сами придется уплыть. Это такого небольшого рода спойлер. Ну, я думаю, все, которые смотрят это прохождение, они практически знают. Практически все знают, чем закончится первая часть Shenmue. Так и, как бы, в принципе, это логично предположить,
что если наша цель сами уехать вот на этом корабле, то, ну, конкретно не на этом, а вообще уехать на корабле, то и мы сами в любом случае как-то бы эту цель достигнем. Так, давай-ка у полицейского что-нибудь спросим. Простите, у вас есть время? Бесполезно добираться куда-то. Спросите меня потом. Хороший ответ. В принципе, вот здесь вот их не знак. Как мне кажется, они скорее всего появляются ночью, когда уже заканчивается работа. Что это? Знаете что-нибудь о безумных ангелах? Безумные ангелы! Никогда не слышал о них. Ясно. Чувак, ну как ты не слышал, когда вот есть граффити, где написано «Безумные ангелы»? Да. Простите, да. Знаете что-нибудь о безумных ангелах? Безумные ангелы? Уходи давай. Ясно. Спасибо за ответ на поставленный вопрос. Не помню я, конечно, стоит ли тут нам с нами сейчас бегать, или все-таки стоит поехать домой. Потому что, как мне кажется, смысла ждать, как говорится, у моря погоды я не вижу. Может быть, дождаться ночи, когда все рабочие закончат работу. Работа, мне кажется, тут до 7 идет, потому что, смотрите, время, грубо говоря, 35 минут. А, кстати, можем же спросить у нее. Кисака-сан. Рио. Знаете что-нибудь о безумных ангелах? Нет, Зацепа. Что? Кто? Что? Если нет, Зацепа? Не беспокойтесь. Я уже иду. Да. Так, простите. А если мы сами позвоним? Знаете что-нибудь о безумных ангелах? Безумные ангелы? Я слышал, это группа иностранцев. Иностранцы? Иностранцы? Ангелы, что это за банда такая? Много иностранцев. Так, и что? Кстати, а тут есть телефон? Я бы с удовольствием позвонил мастеру Чену. Спросил бы у него. Уже вечер, уже темно, смотрите. Погода портится. Уже и вокруг тучи, даже солнышко не стало. Безумный, мне кажется, появится после 7. О, здорово, Гора. Гора. Йо, бро! Знаете о безумных ангелах? Да, тяжело работать, браток. Чего ты орешь? Знаешь, браток, не произноси это имя так громко. Давай! Потому что... Знаете о безумных ангелах? Эй! Я не просил тебя, разве не громко? Но такие разговоры здесь табу. Что? Это не секрет. Не знаю, что бы еще-то. Но на твоем бы месте я бы не был таким неосмотрительным. О безумных ангелах. Я сказал тебе, браток, не говори это громко. Плохие новости, та банда. Правда. Увидимся. Да. Так, отлично, 7 часов. Вечер. А бродяги, кстати, нету. Что это? Я иду домой. Сегодня никого не поймал.
Плохой себе рыбак, если ты никого не поймал. Так, а если позвонить? Кстати, есть телефоны? Может быть, есть телефоны в магазинах? Как вариант. Портовый кабачок. Нормально, столовая такая, да? Я думаю, надо было просто назвать столовую. Почему здесь кабачок? Здесь же, я так понимаю, рабочие просто кушают. Простите. Что это? Знаете о безумных ангелах? Безумные ангелы? Это бейсбольная команда? Нет. Ты не о банде говоришь? Да, все с тобой понятно. Твои знания в этой банде равны нулю. Надо же смешно слышать. Кстати, телефона там точно, похоже, не было, я так. Что-то даже как-то и внимания не обратил. 7:37, блядь, ну сколько времени-то еще ждать? Слушай, бродяга, ты появился, нет? Ты мне нужен. Да ладно, ты где? Так, а Том? Так, Тома тоже нет. Так, я думаю, меня к мастеру Чену точно не впустят, потому что мы ему сами не звонили, да и без приглашения его не принимают. Мне нужен мастер Чен. Как тебя зовут? Рю Хазуки. Насколько я знаю, мастер Чен не ждет тебя. Я не пущу тебя. Вот так вот, в принципе, что я и говорил. Без приглашения тут никто никого не принимает. Так, нам туда нужно с вами бомжа найти. О, его нету. А может быть, нам нужно с вами и домой. Кто его знает? Зря мы тут, наверное, с вами все-таки тусуемся. Вполне возможно, что после первого рабочего дня как-то по сюжету мы с вами продвинемся. Пока что, потому что тут вариантов никаких я не вижу. Да нет, смотрите. Нажми, а? Когда не знаешь. Блин, а? Блять, ну как так лохануться? Где этот бомж? Где этот бомж? Я просто просрался, сука. Надо было нажать А, я это сделал, потом нужно было нажать вниз. Так, его нету. Так, а почему повтора-то не было? Мне кажется, это какая-то сюжетная хрень была. Тут надо очень быстро нажимать, потому что я не успеваю. Он просто
ты не знаешь, какие надо нажимать, понимаешь, кнопочки, из-за этого ты тупо путаешься и все. Так, давай-ка еще вот сюда сбегаем. И у нас с тобой есть граффити с ангелами, может быть. Так, а если у этого чувака спросить? Есть? Что вы хотите? Знаете что-нибудь о безумных ангелах? Сказал нет. Это следовало ждать, что он, в принципе-то, ничего не скажет. Да, блин. Пробожил я этот Quick Time Event, да? Событие это. Очень, очень жалко. Очень жалко, ничего не поделаешь. Да вот они, безумные ангелы. Mad Angels. Так, сюда не пройти. Ладно, пошлите домой. Сами, в принципе, возвращаемся домой, спим и завтра полностью проводим с вами рабочий день. Может быть, как-то дальше мы с вами по сюжету продвинемся. Вот тут я, конечно, лоханулся с этим бездомным. Блин, ну как и так? Ну просто ты реально, ты вот просто едешь, тебе нажимается кнопочка, и ты не успеваешь ее нажать, хотя вроде бы пытаешься ее нажать. Там надо буквально вот потратить на это на доли секунды, потому что если ты этого не сделаешь, все. Считай, ты завалил задание, блин. Кора, как это там, бро? О безумных ангелах. Я сказал тебе про то, не говори это громко. Ты точно вызываешь мир боли. Правда. Увидимся. Да. Надо же, Кора сыт этих безумных ангелов. Время 9 часов. Давай еще раз сходим к бездомному. Если нет, мы с вами возвращаемся к себе домой. И на этом завершаем, я думаю, серию. Его тут не будет, смотри. Да? Да, его тут нету. Блин, ну так обидно, а? Да, ладно. Попытаем счастье в следующий раз. Но если повтора не было, я не думаю, что это было, так скажем, сюжетное какое-то событие. Вполне возможно, что если мы бы сами выиграли, то бездомный как-то бы нам с вами потом помог. Так, ну чё, сколько ждать автобус? Даже Гора уже пришел на сыновочку. Так, а ты куда, собственно? А, ты тоже ждешь автобуса? Но если ты подошел, значит уже точно автобус будет. Ладно, ждем. Нас двое тоже радуют. Так, а вот и автобус. Так, а ты зайдешь? Да, он зайдет.
Так, что-то как-то музыка странно играла, я даже сначала подумал, что какое-то сюжетное действие сейчас произойдет, но нет, ничего не произошло. Поэтому мы с вами возвращаемся домой. Чем быстрее мы с вами это сделаем, тем быстрее мы с вами начнется следующий день. Кстати, он автоматически будет приходить на работу, но сами не придется бежать до гавани. Ну, как я помню по памяти, по крайней мере. Может быть, я ошибаюсь. Время 10 часов. 10:03. Да, вот такое у нас с вами прохождение Шенму получается. Да и в принципе игра она сама по себе такая. Здесь принято говорить, придите на следующий день 12 часов, подойдите там через 3 часа, будьте там-то через 10 часов. Ты как идиот шарахаешься по городу в поисках каких-то развлечений, чтобы хоть как-то занять свое время. Так, дождь у нас с вами на улице пошел, поэтому надо нам с вами побыстренько забегать домой, чтобы не промокнуть. Не, ну реально ливень, смотри какой. Ну и после 7 тут автоматически включается везде свет. Следующую серию мы с вами начнем уже с следующего дня, поэтому, друзья, я думаю, что на этом мы с вами завершим прохождение этой серии, мы с вами сделаем сохранение, ну и ляжем спать. И на этом все. Так, заходим. Все-таки я надеюсь, что вот эти гонки на байках, это было не так важно, чтобы как-то продвинуться по сюжету. Потому что если нам с вами на следующий день предложат сделать то же самое, мы сами не сделаем это испытание, нам сами скажут, чувак, приди там завтра или послезавтра, попробуй, это будет уже полная жопа. Поэтому все-таки я надеюсь, что больше этого не повторится событие. Ну все, друзья, на этом завершаем прохождение этой серии. Я надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал, но оставляйте свои комментарии, ставьте палец вверх. С вами был, как всегда, Стич. Ну и всем до новых встреч. Пока.